Президент Молдовы заявил о референдуме по Приднестровью. После политического решения приднестровского конфликта войска с территории левого берега Днестра должны будут покинуть зону. Вариант реинтеграции приднестровского региона в состав Молдовы будет определяться на референдуме. Об этом заявил молдавский президент Игорь Додон, сообщает в среду, 19 сентября, Deskyb. После парламентских выборов мы будем обсуждать конкретные сценарии, как может проходить эта реинтеграция, и очень важно, что любая форма реинтеграции, взаимосуществования будет обсуждаться с гражданами Республики Молдова в рамках референдума, заявил глава государства. Президент Молдовы также отметил, что после парламентских выборов необходимо будет предпринять шаги по свободному передвижению на двух берегах Днестра. После того, как будет найден общий знаменатель в Кишиневе, вариант реинтеграции будет предложен международному сообществу, говорит Додон. В то же время президент говорит, что после политического решения приднестровского конфликта, войска с территории левого берега Днестра должны покинуть зону, вместе с вооружением, которое хранится там. Напомним, 22 июня Генассамблея ООН приняла резолюцию о полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова. В то же время в Приднестровье отказались от вывода войск РФ. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и https://tmikorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.